Люблю тебя, о вятская природа, хочу к тебе, о вятская земля. Чувствовать тонкую душевность лирики и при этом обладать навыками актерского мастерства. Эти качества требуются от участников любого конкурса чтецов. В 14-й школе конкурс проходил особый. Чтецы декламировали только тех авторов, которые родились на вятской земле и в своем творчестве воспевают родной край. Мы предложили нашим детям поизучать творчество вятских поэтов, познакомиться с их стихами, выучить и представить на конкурсе. Потому что патриотизм нужно развивать с маленького возраста, чтобы они знали поэтов нашей Кировской области, знакомились с ними. А в дальнейшем, возможно, и сами стали поэтами, прославляли нашу Кировскую область. Кто-то из этих ребят уже пробовал свои силы на разных конкурсах чтецов. Кто-то впервые вышел на сцену с такой непростой задачей. Волновались и старались. Какие ты стихи сегодня читаешь? О щенке. Оно веселое и... Не больно большое. Я его учил недолго. А ты как к собакам относишься сам? Хорошо. Люблю собачек. А кто помогал тебе готовиться? Мама. Татьяна Чеглакова. Моя бревенчатая овятка. Они овятки. Я этот стих учила очень долго. Мне он больше всего понравился. Грустная, спокойная. А реке, она же овятки, она... То, что она очень красива. И в летний жар, и в зимний холод. Ты несравненно хороша в лесах сосновых и еловых. Ты яйца родины душа. Прочитать стихи о природе – это не то, что прочитать стихи о любви или патриотизме. Эмоции здесь тише, тоньше. И уловить нужное настроение учащимся начальной школы труднее. Оценивали юных чтецов педагоги и заведующие Центром патриотического воспитания. Сами же конкурсанты поддерживали друг друга аплодисментами.